Большой фестиваль танцевальной музыки «Бомба года» прошел 7 марта в московском спортивном комплексе «Олимпийский». «Бомба года» проходит уже второй год подряд. На этот раз шоу вели диджеи радио «Динамит FM» Игорь Кокс и «Черный Билли». А на сцене появились самые известные русские танцевальные поп-проекты. Прежде всего, я хочу посмотреть выступление, первое большое выступление на огромной площадке моих старых друзей группы ППК. Мне интересно, как будет принимать их народ, как они наценят настоящую танцевальную музыку. Одним из хедлайнеров шоу стал российский танцевальный проект ППК, совершивший за последний год настоящий прорыв на западный рынок. Композиция «Воскрешение» попала в хит-парады практически всех континентов. Первое такое большое выступление ППК. Да, и, кстати, если кто не знает, сегодня мы представляем новый шаг нашего продюсерства. Сегодня вместо нас выступает подставная группа. А мы на самом деле не выходим на сцену с Поляковым, просто смотрим из зала. 11 человек, приглашенных музыкантов, барабанщиков, клавишников и танцоров, сегодня играют здесь на «Бомбе года». Принимаем нормально.